Робот Валли получил такое имя из-за схожести с мультипликационным персонажем. Только тот собирал мусор, а этот сортирует кубики по цвету. Простой механизм сканирует пространство, вычисляет окрас предметов, перевозит и оставляет их в нужных зонах. Участники команды «Я робот-профи» сконструировали его за неделю, еще 3 дня ушло на программирование. Юные инженеры принимают участие в Робофесте в 3-й раз. Говорят, здесь можно обрести новых друзей и поделиться опытом. На прошлом Робофесте мы познакомились с командой, мы с ними сдружились и до сих пор, бывает, поддерживаем связь. Это очень приятно. И другое, соответственно, это опыт, который ты получаешь. Допустим, если мы не смогли выиграть, нас победили, но мы не отчаиваемся, мы смотрим на свои ошибки, пытаемся стать лучше. Также анализируем соперника. Смотрим на его робота. И самое главное, что это очень атмосферно. Вот этот дух соперничества, состязательства. Слаженная командная игра, конструкторские умения и глубокое познание физики и математики. По этим критериям определят победителя. На ежегодном фестивале представят свои уникальные разработки 17 команд. В каждой от 2 до 6 человек. Ежегодно количество участников растет, а задания становятся сложнее. Робот должен как за можно меньшее время справиться с заданием. Это, например, отсортировать кубики или донести цилиндр в противоположную зону. Командный зачет идет за 3 соревнования. Это можно получить за каждые до 10 баллов. Также отдельный индивидуальный зачет принимается Олимпиада. Там можно получить еще до 50 баллов. И абсолютно победитель идет по 2 как раз этим категориям. Я думаю, что на робофестах рождаются звезды. Это те технологические, с технологической основой дети, которые как раз-таки потом, скажем так, будут составлять часть нашей элиты российской инженерной. За этими детьми гоняются работодатели, научные лаборатории. После победы в региональном этапе участники отправятся на конкурс в Москву. Победителя общероссийского робототехнического фестиваля «Робофест» ждет пропускной билет по физике при поступлении в МГУ. Елена Малютина, Максим Гусев. События.